буду сражаться с честью. Твоя душа будет моей! Видимо, не получится в этот раз развести на монетку... А, просто парни. Ну да, почему нет? Секрет. Просто это лайф-коуч, он долго думает. Так, ну, наверное, я ударю. Достану дракончика. Ну, ладно. Единица на единицу, плюс мне все же карты вернется. Ничего бы не достал, я бы не... Ну, если бы он парня просто достал, я бы не бил. А так лучше ударю. Почему Огр лучше Грула? Потому что он дешевле и имеет большие характеристики. Только из-за этого. Ну, то есть, ну, как бы Грул, он все же дорого, да, 8, а Огр за 6. Вот вся разница. Предпочтение дается более быстрым картам. Так, вообще мне это не нравится. Если честно. Ну, я понадеюсь, что не убьет мне моего импа. Блин, плохо. Да, будет очень хорошо, если он попадет мне в лицо. Все остальное будет плохо. Заморозить? Да не, не буду. Отлично. Лицо самое здорово. Лицо это класс. Окей. Придется делать тап. Не... Да, придется делать тап. Это я, конечно же, убью. Shadow Bolt. О, не придется делать тап. Нормально разобрался, считаю. Вот прям как надо. Это два топ-дека. Да, первый топ-дек Mortal Coil. Это... Здорово. Это какой-то ход отчаяния. Ну, видимо, у него нету Тру Сильвера, коли он делает вот эту вот гадость. Так, теперь вопрос. Хочу ли я вот это сделать, или я хочу вот это сделать? Мне кажется, с Floating Watcher... Лучше подождать с Floating Watcher. Хотя бы на седьмой ход, чтобы сразу же сделать его пристап. Давай. Сюда, 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 сюда. Эх, жалко. Ну ладно, хотя бы зато Трусильвером не умрет. Вот Трусильвера. Серьезно. Жду приказаний. Даже так. Это была ошибка. Сом. Тап, Скарлет Крусейдер и заморозка. Согласен. Да, я, конечно же, почему он не убил меня дракона? Не знаю, одному богу известно. Конечно, был очень глупый поступок с его стороны.
Жиробасик. Ой, и нельзя уже вот его достать. Что весьма прискорбно. Примкни к нам, или умри. Ну, хотя я могу, конечно, вот так туда. Потом сделать. Примкни к нам. Наверное, я так сделаю. А что сейчас остается? Не, я могу... Культмастер, да ну нафиг. Примкни к нам. Это убрать. Или умри. Это... Сюда. Да, давай. Окей. Ну, конечно, лучше бы забафл его, потому что в любом случае черепаху убивает. А, ты так вот. Ну, хорошо, убью. А, нет, плохо. Плохо, плохо, плохо. Убью парня. Сафасал сюда. Аргус. Аргус, Аргус. Убить, убить. Аргус, убить, убить. Что-то еще за 4, а и культмастер могу. Интересный. Привет, шмель. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, 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 так. Что мне делать? Что мне делать? Так много... Ну ладно, хрен с тобой, давай Аргус и... Культа. Аргуса! Время почти истекло. Примкни к нам. Ну так. Конечно, самое идеальное, если бы сюда забафло. Это было бы мечта. Северные волки готовы. Эту штуку, пожалуй, я с Сайфон Солом заберу. Даже сюда было бы неплохо, потому что я бы Хеллфайром смог постреляться. Ну что, не будешь атаковать, что ли? Не будешь атаковать. Ну ладно, так. Нет, подожди, чё я? Так. 2-3 нормально. 6+3. Ну, похоже на то. Кто следующий? Я не думаю, что у него вот эта вот карта, это строго какая-то большая карта. Да, поэтому я не достаю змею. Призрак 2-2 имба, как думаешь? Нет, плохая карта. 2-2. Особенно, если ты, у тебя быстрая колода. Если медленная колода... Жестко, жестко. Ну ладно, что поделать. Жду приказаний. Файр. Апролом! Раздавлю! Печалечка. Ну ладно. Не может и так убивать, и так убивать, мне не важно. Ну ладно, минус 2 очки. Окей. Ну опять же, ничего сверх страшного. Четверки достать могу. Да, пожалуй, достану 2 четверки.
Ну да, контрит. Но только он не вызывает. Почему не сделаю подпиской платной? Потому что как бы, для этого нужно зрителей много, чтобы мне дали партнерство. Ну, по крайней мере, как я знаю. Вот. Сим-карту. Ну, могу сделать Hellfire, но это же так себе. Давай, последний раз тап я, наверное, делаю. Вот это поинтереснее будет, чем хиллбот прямо сейчас. Вот этого парня мне нужно. Как можно больше урона наносить. Справедливость. Что приказание? Ну ладно, по эроллингам я могу одного убить. Ну его. Так, так. Хорошо. У нас Hellfire? Не, Hellfire плохо. Вот такой вот. Мастер. Ну, я могу забрать его обратно. Да, сколько же будет? 7 будет здоровья. Одного и так вот забрать, да, и достать, забрать его. Согласен. Вполне себе неплохо. Так много да? Возможностей. Может в лицо пробить. Чего не пробить лицо? Да не, нужно зачистить этот паладин. Бью так, чтобы... Ну, чтобы меня консекрейшеном стоп-дека не убил. Да, собираюсь потасовку играть. Две арены сыграю сегодня и буду потасовку играть. Потом ходс. Такие у меня планы сегодня. На стрим. Ну и пару мармеладок. Само собой. Как тебе? Нифига себе у тебя. Что приказание? Я ему в лицо пойду. И то я рискую без карт остаться. Я не знаю, что в потасовке. Знал бы, рассказал. Но я не знаю. Ну, отлетал. Ну, если вкратце, что известно. Просто игры на различных условиях, с непонятными колодами. Есть вариант, что там, может быть, ты даже будешь играть боссами. Ну, типа Рагнароса, там, Нафариана. Не уверен, что это именно так. Но это из того, что я увидел. Какие-то новые карты. Ну, типа Гара, который стоит 50 маны, который по принципу Molten Giant, чем меньше здоровья у тебя, тем он дешевле. Вот. Ну, скорее всего. Не Гара, а этого. Какого?
Самый главный босс огненный такой великан. Я буду сражаться с честью. Не помню. Моя душа будет моей. Ну, да, видел. В группе же запостил. Человек-рыба, который вчера много кричал по этому поводу. Может быть, тройку оставить? Да, я ставлю тройку. Озелот. Нет, не думал. Ну, извиняюсь. Такая себе рука. Конечно. Походу, сливчик. Ну, это я могу сразу убрать. Конечно же, я не пожалею. Окей. Что приказали? Неплохо, неплохо. Монетки у него больше нету. Ну ладно. Это кнопка? Ну то, что будет подтасовка. Ты все. Ничего особенного. Угу. Культмастер Повервелминг? Ну, так себе вообще. Ну, нормально. Да, Hellfire, ерунда. Пятерку доставай, да зачем, если я могу через Повервелминг? Ну, давай. Я ему создаю две угрозы. Вот это и вот это. Ему нужно разбираться с обоими. Сделать консекрейшн, ну, не страшно. Нет, конечно, неприятно, очень неприятно. Ну, ладно, я готов пережить это. Кто следующий? Ну, видимо, придет Shadowball сюда отдать. Кто следующий? Ничего не изменилось с предыдущего хода. Ну, единственное, что очень-очень незначительные изменения здоровья. Ну, и плюс 2 к атаке. То есть, в принципе, я стал более опасен. Окей. На страже так на страже. Так, ну здесь вообще-то небольшая проблема. Что мне делать? 8, 12, вообще много урона могу лицо ему дать. Интересно. Что, болтай сюда. Могу очень много урона ему дать лицо. Давай. Следующий. Стол зачистим. Уволите. Консекрейшн? Молоток. Ну ладно, он ничего не делает зато. Целый ход.
Я смогу сделать. 5-2-2. Наверное. Хотя даже сделал что-то. 3-3-2. Собираюсь ли я скины покупать? Нет, как бы на свои деньги я не хочу покупать скины. Мне это, в принципе, не очень надо, но я был бы рад, если бы мне с этим помогли. Соответственно, на стриме. Вот. Ну, соответственно, вот. Если у вас есть желание и возможность меня поддержать, буду очень рад. Вот. Так. Что я, собственно, хочу? Интересно. У меня есть 4-7... Мне не хватает. Мне не хватает. Я могу так забрать, но это так себе. Окей. Нужен Integration плюс Даркарин. Да. Что-то такое. Integration Даркарин Двор. Ну, это не Integration же. А Никси. Ну, это смерть ему. Не дал побэмить. Я хотел чистый стол. 7 побед. Че там? Где вы в чатике, которые 3-4 мне предрекали? Не зря у меня такой винрейт на Варлоке. Замечательная тройка, ее я оставлю. Все остальное мне... Ладно, четверка я тоже оставлю. Она единственная четверка у меня, которая ни от чего не зависит. Поэтому... С Москвы ли я? Нет, я с Подмосковья. Ну, почти с Москвы. Окей. Пас. Через монетку 3, потом... 3, потом 4. Нормально. Ну, посмотрим. Угу. Да, тут я, пожалуй, достану вот этого парня. Конечно, очень печально будет, если там Бэйн. Будет просто катастрофа. Ну, понадеюсь. Бэйн хотя бы не всю ману он потратит. Что уже какой-то небольшой, но профит. А так, конечно, убивать паучка вот этим парнем. Проклятые готовы. Прям святое. Да, он теперь меня так убивает, но это ничего страшного. Я считаю. Может быть, даже Hellfire на следующий ход запущу. Посмотрим. Если он говорит существо с... сколько? С четырьмя... Ой, с... да, с четырьмя хп застанет. Я щит Аргуса. Окей. Окей. Mortal Coil 3.
Наверное. А че еще? Hellfire. Ну, а у меня останется 1-1. Ну, хотя, в принципе, я довольно много карт у него убью. То есть, он мне убил пока одну. А, я ему убью 3. Ну, это же здорово. Наверное, да. Да, Hellfire, наверное, здесь самое лучшее. У меня что-то останется. Конечно, мало останется. Ну и ладно. Чёрт с тобой. Достань пятерку, и что я буду делать? Ну, достану четверку. Окей. Может, у нее медленный ход какой-нибудь будет. Дай мне задание. Авантюрист. Ну, не очень медленный. Ну, хорошо, мне это нужно, конечно же, убить срочно, потому что это стрёмно. Давай, придется. Я щит Аргуса. Дело сделано. Задание не выполнено. Я служу Крылу Тьмы. Круто. Мы знаем, что у нее есть дракон. Но не очень хорошо против вот этого, конечно, беса выставлять. Тебя, может быть, лучше. Да, давай пока тебя, наверное. Там, где? Какой у него может быть дракон? Да чего, какой угодно. Эх. Ну, ладно, давай я сделаю так. Ну, будет очень страшно, если у нее есть 6-6, да, крашер. Драконит или как там. Вот, он мне сейчас все в лицо и достанет 9-9. Я, конечно, расстроюсь. Интересно. Может быть, какая-то Лего. Почему нет? Привет, Джастин. Да, лагает что-то ХС. И, я не знаю. За день я не смог решить эту проблему. Еще завтра посмотрю, что там. Да ну. Гадство, гадство. Ничего делать. Ну хорошо, давай я. Давай передохнем. Давай так сделаем. Не знаю, мне нужно что-то типа Hellfire. Я думаю. Ну, так мне, конечно, беда. Я помню, что у него еще есть дракон. Скорее всего, дракон это Лего. Что-то с девяточком. Интересно. Его полечишь. Может его полечить и так убить. Его. А его правильно. Вот он какой дракон. Беда мне. А я уже не вывезу, видимо, здесь. Получилось.
Ты хотя почему он рассчитывал и поэтому так долго и получилось. Я могу сделать тап, я могу сделать главокультом. То есть мне нужен один единственный Hellfire. Только Hellfire. Ну, в принципе, и Hellfire мне нифига не спасет. Ну, спасет, но так совсем слабо. Давай тап, посмотрим что-нибудь. Нет, так нет. Да, я проиграл. Fire. В любом случае, у него больше, чем надо. Победа за тобой. Хорошо вышел, конечно, Шторм. Шторм принес ему победу. Мне надо еще пару побед, вообще-то. Чтобы слишком свой винрейт не спилить. Так, мне нужна даже эта четверка, потому что мне нужно что-то намного быстрее. Это серьезно. Единица, двойки, где вы? Двойка, тройка, здорово. Hellfire. Тоже сойдет. Отличная тройка. Ну, SI7 Agent через монетку боюсь. Монетка, SI7 Agent. Как же по-другому? По-другому не бывает. Этому парню конец. Все. Ну, давай. Единицы и висарей теперь. Проблема. Ну, это неплохо. В принципе-то. Да, я убиваю Мурлока и Шадоболт сюда. Да, здорово, еще единицы есть. Это хороший для меня ход. 8 карт. Угу. Шиф какой-то. Ладно, хорошо. Здесь я сделаю вот этих ребят. Так, расположение. Это в центре, да, поставим? Ну, точно не змею. Ну, хотя... Змея обоих убьет. Это вроде как бы оставит змею. Ну да, давай. У меня только ХС лагает. То есть непонятно почему. То есть, я начинаю играть в Heroes of Storm, например, да, который намного более требователен к железу. У меня не лагает. ХС лагает. Хрен его знает, почему лагает. Это я оставил комбинацию на следующий ход. Довольно она сильно плотная. Что, и висрейд будет? Еще один SSL. Не, не буду отдавать Shadowbolt. Hellfire, да это тоже ерунда. Ну да, ладно, придется мне так вот разменяться. Блин, два SSL, это, конечно, жив. Насколько это все сильно.
Лунасвет не падет. Ну, я могу Хеллфайр здесь закинуть. Не, не могу. Не, ну могу, но как-то, конечно, такой себе. Ладно, да, наверное, придется мне Хеллфайром кинуться. Чем мне останется? 3 хп. Ну, что поделать. Какие другие ходы? Что-то типа таба, но... Ну, хотя могу и таб сделать, и это сделать. Не, да ну нафиг. Ну, сейчас идеально, если он его не уберет и просто кучу мелочи достанет. Это будет идеально. Хотя я уверен, что он его уберет. Ну, процентов на 95. Слишком много карт у него в руке, и как тут его не убрать, я не знаю. Но если он уберет его, ударившись лицом, это, конечно, совершенно другое. Это меня, в принципе, устраивает. Санжар. Пока это неплохо. И это неплохо. Дагер, хорошо. Восемь. Хрен его знает. Ну давай. Четыре урона. К сожалению, у меня нету чарджа, и вообще не знаю, как нанести 4 урона. Ну, так вот, из руки. Хорошо. Видимо, Рогу, у которого очень мало ремувалов. Либо ему, конечно, сильно не повезло. Что более вероятно. Его ремувал SI7 Agent. Там вначале хорошо отбивался, но потом сдал свои позиции. Момент, когда Floating Watcher, конечно, просто выиграл игру соло. Да, такое бывает. В том же тирлисте поначалу Floating Watcher был на первом месте. С показателем в 90. Да, был лучше Yeti и всего на свете. Но потом он слился. Видимо, людям сначала показалось, что он мега имба. Ну, карта хорошая, но не прям уж настолько хорошая. Как бы это смешно не звучало. Моя душа познает муки. Нет, 12. 12 это слишком много. Тут нету таких карт, которыми я должен сделать 12. То есть, конечно, такие. Как бы если бы у меня были хорошие карты, очень сильные, у парочку сильных, я имею в виду тяжелых карт, то это одно. А тут у меня такие все. Ну, кстати, странно, что ни одного мага я не встретил. Да, вообще же ни одного мага не было. Что-то мне нехорошо. Идет запуск. Порталы открыты. Давай. Опасно, конечно. Сейчас, если он какой-нибудь крошера достанет или йети, будет весьма прискорбно. Ну ладно. Приятности эту мы переживаем. За орден. За орден. Ну, теперь главное не поводи вот по этой женщине. Вот. Молодец. Молодец. Уважаю, ценю. Тоже достанем женщину. И главное не забафай его. Вот это самое крутое забафать. Вот это. Ладно. Ни вашим, ни нашим, как говорится.
Пылю ли я карты? Нет. Зачем пылить карты? Ты о чем? Я, конечно, могу достать культа. Раз, два. Но мне кажется, мне нужно больше существ. Сейчас. Если он меня сильно и серьезно осадил. Да, мне нужно отбиваться. В идеале мне, конечно, попасть вот сюда бы. Ну ладно, давай я вот так вот сделаю сначала. Попал. Здорово. Раз, два. Ну что, культа? Да не, не культа. Гелфайра боюсь. Ну да, тут в любом случае я боюсь Гелфайра. Как ни крути. Интересно. Интересно. Уже неплохо. Если он решил, что все. План А разбивать мне лицо каждый ход, он уже не работает. Ладно. Шутишь, что ли? Шутишь, что ли? Ну, я могу вот эту сделать штуку. Да, пожалуй. Могу застать культа и как-то разменяться. А вдруг Огр промахнется? Да ну его нафиг. Промахнулся. Давай тебя. Да, мне лучше, конечно, отдать 4-1, чем 3-2, которая 100% попадает. Вот. Финал. Финал не очень здорово. Shadowbolt. Shadowbolt плюс культа. Ну да, давай. Я бы мог этим попытаться ударить, но... Ну да, хотя можно было бы и змейку достать. Просто, в принципе, я решил немножечко более агрессивно сыграть. Его поднапрячь. Поднапрячь уже. С паков карты. Ну, те, которые мне не нужны, которые уже третий этот, ну, и то сейчас не очень пылю. Коплю. Потом распылю. Какая мне разница? Окей. Наверное, лучше это убрать. 4-4. Давай. Аргус весьма кстати сейчас. Я считаю. Лучше его убрать, потому что... Не знаю, вдруг как-то раскачается. Ну да, он мне может разбить так, но ничего страшного, ничего страшного. Да, сейчас немножечко проблема, потому что я-то знаю, что у меня в колоде нету очень серьезных существ. То есть у меня всего два. Два из 17. Это мало. Что, ты мне еще его убьешь? Зомби, ну зомби, ерунда. Че пятерка? Четверка. Наверное. То есть, в итоге, что я делаю? Армор ап сюда, удар сюда,
Да, именно так я и делаю. Угу. Фотинг вотчер. Армор ап. Фотинг вотчер. Это 6. Это 9. Окей. А, он возьмет карту. Это не очень хорошо. Возьмет карту. В то же время может быть хрен с ней. С этой картой. Может, не хрен. Да, тут надо подумать. Интересно. Да, ладно, хрен с ней с этой картой. Это варлок на варлок. Ну, неплохо. Меня породила бездна. Опа. Здесь я не убиваю. 8 максимум плюс 2, 10. Не, не убиваю пока. Пуэра Ромнанг, теперь убиваю. 10, 12. Да, убиваю. Ну, посылали удачи? Прислал удачи. Побед. 9 побед все равно, по-моему, не 77%. Это меньше. Пас. Кобра слабоватен. Старта. Здесь двойка. Такая стандартная для этой колоды ситуация, когда у меня есть одна хорошая карта, но теперь уже две хорошие карты. Достойно. Да, как обычно, одна нормальная приходит, а две другие, они не нужны для начала. Вот сейчас тоже такое. Ну, может быть, мне этот придет. Как его? 3-4. Будет калер. Это будет очень здорово. Да давай, пас. У тебя нет ничего. По лицу твоему не вижу. Магуску. Где золотые герои, где новые портреты? Вопрос. Ну, я буду рад, если сюда, на самом деле, фростбол кинет. Не будет размениваться. Ну, куда приятнее. Флеймкэнон вообще, я настолько буду рад. Ты хочешь монетку еще что-то достать или что? Нет, не хочешь. Давай передохнем.
Шаттерсан? Мы должны очистить колодец. О, да какой! Вот это жадина. Блин, 9 побед. Вот если честно... Не, не знаю, ладно. Я промолчу. Я принимаю вызов. То есть ты настолько вообще у тебя... У тебя зомби на столе. Чё ты бьёшь мне в лицо? Ты мог на халяву забрать. Я не знаю. По-моему, очень странный поступок с его стороны. Угу. Давай. И в лицо мне. Такой, молодец. Просто, не знаю, я восхищен его поступком. Ну, давай мы посмотрим сначала, что ты ударишь. Не ударил. Shadow Bolt. Неплохо сыграно. Да, почему нет? Fireball вообще тащи. Че, посмотрим, есть ли у нее еще один фаербол. Давай. Нету фаербола. Ха-ха, лох. Ха-ха, неудачник. Еще один фаербол. Ладно. Черт с тобой. То есть у нее было, ну, настолько много фаерболов, что он... Ну ладно. Эх, Кода, конечно, неприятная штука. Ветроки? Наверное. Ну, давай две тройки сделаем. Hellfire. Да, конечно. Чё нет-то? Четвёрочка. Так, я могу Power Overwhelming дать вместо Shadow Bolt. Мне кажется, это верно. Интересно. Мистер Фаво, привет. Так, так, так. Да, наверное, это верно будет. 6. Давай еще. Нет, сначала мы так сделаем. Аргус. Да не Аргус, пока рано. Ну ладно. Может, не убьет, я этим шадоболтом на 6 ударю. Есть такая вероятность? Наверное, нет. Ну что, начнем? Ладно, на 5 ударим. Мастер. Да не очень хочешь культ мастера доставать. Если так, чесноком.
Интересно. Ну, лицо ударить. Так, 4. Да, я в любом случае его убью. Наверное, я сделаю тап, аргус и вот Уолкер. Я не могу так сделать, потому что он мне все убьет. Ой, дурак, дурак. Ну, хрен с тобой. Я забыл, что он с полдэмэдж дает. А, нет, я лишь не смотрел в Е3. Ученики, внимание! Ну-ка, интеллект. Ну ладно. Нет, я убью. Да. Е3. 7. Боюсь лэмстрайка я. Давай, пока пас. О, Mortal Coil. Это пойдет. Пойдет. Safe and Soul. Окей, тоже пойдет. Вот он, лэмстрайк. Хорошо. Ой, ты закрой ты рот ты уже свой. Человек, дурачок. Двое. Да боюсь, конечно, я отдавать на это. Боюсь второго флеймстрайка, но не знаю. Хрен с тобой. Походу второй флеймстрайк. Нет. Я готов учиться. Пока еще нет. Ну что, начнем? Зарабасик еще. Ладно. Зарабасик так зарабасик. Наверное, мне правильнее вот так вот сделать. Почему так? Но он мне не может добить выстрелом. Да, то есть я смогу убить двоих. Если бы я ударил так, он бы мне одним ударил выстрелом. Ну ладно, черт с тобой. Да, конечно, печально, но ладно. Видимо, я до фатига дойду. Нет. Да, я скорее всего проиграл, и у меня просто, опять же, нету ничего сильного. Чем я смогу его убить? Че, ты биться не будешь? Ладно. Типа дубликейт, он повис? Я повис, да. Весь развес. Ну, у меня шансов других нету, мне нужно очень все резко делать. Давай. Да, я, пожалуй, заберу.
Канавкалт? Ладно. Все, теперь мне строго ждать. Ну, по одной карте будут доставать. Ну, давай. Тоже заморожим. Фаербол? Фростболт? Ну, фаербол, я думаю, бы сразу бы кинул. Ничего не кидает. Окей. Фаер. Фаербол. Ладно. Окей. У меня скоро кончатся карты. Марк. По будущее на... Ну, то есть у меня есть единственный шанс, что я его за один ход убью. Давай. У меня кончились карты. Девять. Дива. Так, ты мне бьешь на... Не убиваешь? Да, я в любом случае никак не убью. Значит, он мне на 12 бьет, плюс еще 2, да, все, летал. Ладно. Да, я в принципе... Вот сейчас я проиграл исключительно из-за своей колоды. То есть, мне не хватало каких-то хороших карт. Ну и, собственно, все. Вот. И встретивши достойного мага с большим хорошим запасом фаерболов и наличием флеймстрайка, я, соответственно, и проиграл. Я считаю, что нормально 9 побед. Да. Золотко, золотко. 4500.